конечном результате вместе с произвольной программой. А здесь она просто не берется в расчет только для того, чтобы создать какой-то результат для вхождения в финал. Но это, конечно, очень обидно, потому что техническая программа очень много времени собой несет за собой, очень несет много работы, потому что вот здесь именно отрабатываются технические элементы, что составляет начало синхронного плавания и основу его. И именно она не идет в расчет. Но я думаю, что это последний старт, на котором технический комитет будет вот такое правило вносить в наше синхронное плавание. Так, это у нас выступает. Это выступает спортсменка из Чехословакии Рабара Ваяна. 25-летняя синхронистка. Это взрослая. Вот я немножко хочу о ней сказать. Значит, вот эта спортсменка настоящий любитель. У нее есть своя профессия, она работает по профессии, а в свободное от профессии время. А, нет, простите, это не эта спортсменка. Нет, это не эта спортсменка. Это чешка. Нет, извините. Это я о болгарке говорила. Извините. А это чешка. Нет. Это просто существует такая болгарская спортсменка. Она работает. У нее очень серьезная должность в банке. А свободное время она тренирует синхрон. Одна. Одна, без тренера. Иногда ее муж снимает на камеру, все, она на какие-то неофициальные соревнования выезжает за свои деньги, все. Это настоящий любитель, влюбленный человек. Видимо, это сказывается на результатах. Но, вы знаете, но она мне очень нравится. Она такая эмоциональная спортсменка. Но что-то у нее не получилось на этом старте. Ну, конечно, работать без тренера это сложно, практически невозможно. Я просто преклоняюсь перед такой спортсменкой, которая может так. Она платит за аренду воды. Ну, то есть она все делает самостоятельно с помощью своего мужа. Видимо, действительно стоит обратить внимание на то, что за рубежом синхронное плавание воспринимается девушками как некое хобби, насколько бы серьезно они не занимались. То есть в России всегда девушки стараются, если уж они занимаются спортом, заканчивать спортивный институт, то есть получать какое-то специализированное образование. Но я вот знаю, что очень... А как же Маша Киселева? Маша Киселева – приятное исключение. И сейчас у нас в сборной команде есть Ирина Толкачева, которая на журналистику поступила, а до этого она в экономической академии. То есть нет, есть спортсменки, которые выбирают другое поприще и после этого уходят и занимаются другим. Но за рубежом это, как правило, происходит так, что девушки... Ну да, я бы сказала так, небольшой процент спортсменов, которые готовят себя уже на спортивное поприще, хотят быть тренерами, посвящают всю себя именно этому виду спорта. Да, конечно. Та же Вирджиния Дидье, которая является лидером сегодняшних соревнований, именно выступлений в соло. Она, я знаю, учится в школе изящных искусств на факультете дизайна. Очень талантливая девочка. То есть у нее не только успехи в синхронном плавании, но и в рисунке, в скульптуре. Ну, это, в общем-то, видно, что у нее натура такая художественная. Креативная. По ее композициям, по ее эмоциям, произвольной программе. Ну вот эту спортсменку я, в принципе, не очень ее знаю, потому что она недостаточно такой высокий уровень имеет, но я бы сказала, что она справилась со своей задачей. Выполнение образ у нее был серьезный. Да, это музыка фильма «Апокалипсис», очень серьезная. Тяжеловатая даже музыка. Да, тяжелая несколько. Но оценки спортсменка постаралась не быть тяжелой. Несколько разрезов пришла. Да, оценки ее, конечно, низковаты. То есть она не очень впечатлила судей. Потому что, как правило, после 9 баллов начинается уже такой, я бы сказала, уровень высокого мастерства. Ну, зритель ее принимает очень тепло, видимо, понравится.